Осенняя погода навевает грусть. Самое время что-то сделать своими руками. Грусть? Это он что, про меня говорил? Я просто лежу и думаю. Калейдоскоп. Такую оптическую прибор-игрушку родом с 19 века можно сделать дома с подручных средств. До Нового года осталось намного меньше времени, чем вы думаете. Пора затариваться подарками. На Gearbest близится 11.11, известная как Черная Пятница. Цены уже просто халява. Купоны со скидками я оставлю в описании. Я тоже приготовил вам сюрприз. Выбери себе любой подарок на Gearbest до $15. Я оплачу его и организую бесплатную доставку на твой адрес. Такую халяву получат трое из вас. Чтобы принять участие, достаточно быть подписанным на меня, поставить лайк этому видео и в комментарии написать свой ID ВКонтакте или электронный адрес. Через неделю я рандомно выберу трех победителей и свяжусь с тобой для вручения подарка. Подробности и ссылки будут в описании. А мы возвращаемся к калейдоскопу. Кстати, тоже чем не подарок. Итак, первое, что нам понадобится, это вот такая картонная труба с подпищевой фольги. И сама фольга. С пожеланием приятного аппетита. За что приятного аппетита? Тут же пусто. И чё везде дурят? Для начала измеряем внутренний диаметр трубы. В моем случае он составляет 37 мм. В эту трубу нужно вложить призму-треугольник. Сторону треугольника находим по формуле. Диаметр умножаем на корень из 3 и делим на 2. Ну и грузит, кому нужна твоя математика? Так как у меня диаметр 37 мм, сторона треугольника получилась 32 мм. Скукота все эти формулы. Переходим к созданию призмы со сторонами по 32 мм. Делаем разметку на картоне, прочерчиваем две линии и отрезаем заготовку. А по прочерченным линиям загибаем картон в треугольник. Намазываем картон обильно клеем. Хайпок, аккуратно то нос приклеится. Кто хайпок? Я тебе еще палец откушу. Когда клея будет достаточно, приклеиваем фольгу и хорошенько ее приглаживаем, чтобы осталось как можно меньше складок. Обрезаем лишние остатки фольги и склеиваем картонную заготовку в треугольную призму при помощи скотча. Обратите внимание, призма должна быть на пару сантиметров короче трубы. Еще нам понадобится два кружочка разных размеров с прозрачного пластика. Одним мы заклеим торец трубы калейдоскопа, второй должен свободно в эту трубу входить. Тот кружочек, что больше размером, должен быть матовым, поэтому затираем его наждачной бумагой. Второй кружочек меньшего размера приклеиваем к треугольной призме и вставляем готовую конструкцию в трубу. Кто-то до сих пор не поставил лайк. Как я говорил, с одной стороны калейдоскоп заклеится матовым стеклом, с обратной стороны будет глазок, который я сделал в виде звездочки и закрепил скотчем. Чтобы калейдоскоп имел хоть немного эстетичный вид, прежде чем засыпать мишуру, я покрасил его серебристой краской. Переходим к завершающему этапу. Засыпаем камешки, стекляшки, бусинки, любую цветную мишуру, которую найдете под рукой. Осталось приклеить матовое стекло и калейдоскоп готов. Чтобы любоваться не только внутри, но и снаружи, немного разукрасим калейдоскоп акварельной краской. Ну что, заглянем, что там внутри. Пусть хайп заценит первым. Нифига себе, как круто! И чё все говорят, что ты рукожоп? Ты что-то сказал или мне показалось? Да ну тебя, вино, ты же не умеют разговаривать. Проворачивая калейдоскоп, мы видим потрясающие красоты узоры, которые никогда в жизни не повторятся дважды. Что ж, ребята, на этой красивой ноте мы заканчиваем. Если вы еще не подписаны, вы знаете, что делать. Всем хорошего дня и пока-пока. Он же забыл сказать про мой инстаграм.